Добрый вечер, дорогие друзья. Мы рады, что вы нас смотрите. Да, Дима? Да, с вами я, Дима Аллигатор, Антон 41. Антон, привет. Привет. Что ты мне хочешь услышать? Конечно, привет. У нас с вами сафари. Любители, профессионалы. Где будут играть, встречаться команда игроков и команда помощников. В общем-то, Дима вам все объяснил. Сафари, как вы понимаете, если, возможно, вы уже заметили, наши помощники одели сафари. Именно такое условие подразумевает наш конкурс. Дима, по составчику что-нибудь скажешь? По составчику скажу, что на самом деле составчики весьма-весьма равны, потому что за игроков особо низких званий нет, то есть это подразумевает под собой то, что игроки неоднократно играли в формате ХРВР, что подразумевает под собой наличие хоть какого-то скилла, ну и получается, что как минимум мы увидим здесь хоть какую-то борьбу. То есть пот будет, да? Ну смотри, прямо. Кстати, самое смешное, что фон 122 и падает голд, когда еще игра даже не началась. Ну, а почему бы и нет? Самое смешное, когда ты комментатор и не знаешь то, что от фонда голд не зависит. Да нет, это-то я понимаю, просто в плане, меня всегда удивляют голды на раннем тайминге. Ну, кому-то в радость, интересно, помощники заберут или... Да я думаю, что дадут, он падает у Шифера, поэтому на самом деле сейчас самые большие шансы у The Best of Skill, потому что он на двойном дропе, и сейчас его GTA, правда, блокирует, он спрыгивает вниз, и GTA забирает этот золотой ящик. Ну, как-то так. Ну, поздравляем с ящиком. Ну да, почему бы и нет. Кстати, хотелось бы напомнить, что... Ну, или просто даже рассказать, что... Прямо сейчас у нас проводится конкурс для тех, кто не попал на этот конкурс Safari. Вы можете написать в чат восклицательный знак «Раффл». У нас будет несколько победителей на 5000 кристаллов, то есть игроки, которые выигрывают помощников, получают по 5000 кристаллов каждый, если они выигрывают в раунде. И у вас тоже будет возможность получить 5000 кристаллов, написав в чат восклицательный знак «Раффл» и подписавшись на наш Twitch-канал. Ждем окончания... Двух боев в сафари и будем разыгрывать. А тем временем, кстати, битву уже готовы перезапускать. Ну, сейчас, наверное, уже будет перезапуск битвы. Да, вот, битва завершается, и сейчас мы увидим всю эту, надеюсь, зарубу. А, то есть ты надеешься, что заруба, да? То есть ты думаешь, что может быть и не будет зарубы? Ну... На самом деле посмотрим. Итак, игра начинается. The Best of Skill сразу же отхватывает рельсу. Шейд сверху его уже убивает. И вот так вот заканчивается атакующий игрок красной команды. На самом деле выдвигается сразу же хорошая атака со стороны игроков. В целых три корпуса. Отыгрывают они весьма агрессивно. Правда, Miss Sweet Fantasy оставляют без внимания. До последнего Wild Bodyguard сбивают и... Она на своей ДДшке реализовывает ее на все 100%. Супербой, респится, должен отхватывать ДДшную, но на самом деле пока что помощники возят флаг и весьма уверенно. Да, пожалуй, ну, не так все было прекрасно. Лишь рейс он в спину получил. Но подхват спокойный, наверное, пора скинуть под игрока с нейтрой в самом-то деле. Ну, нет, помощники так не считают. Да, через ДАшку. Да, самое время понерфить темп довоза флага. Гениальное решение. Да, очень умно заехать к себе в тылы, дождавшись рельс по себе. Главное, чтобы игроки уже успели выдвинуться в твою сторону вчетвером. Это неотъемлемая часть вообще довоза. При этом нужно отхватить по максимуму рельс. Да, и главное, чтобы промахнуться мимо флага, и еще чтобы промахнулись по тебе. Слушай, ну это чисто на фарте доставка. Ну вот деле... ты знаешь, если бы там кое-кто не промахивался в упор бы, то кое-кто бы пожалел, что промахнулся по флагу. Да не только промашка по флагу, все-таки вот этот вот нерв темпа доставки через ДАшку, плюс не скинули нитроуму, явные ошибки на глаза, но тем не менее флаг был доставлен. Ошибки на ошибки принесли некий плюсик.
Как в математике, минус на минус. Да ты знаешь, здесь минус на минус минус. Полнейший минус, как с одной стороны, так и с другой, потому что... Нет, с обоих сторон минуса не бывает. Флаг-то ребята поставили, они начали выигрывать. Такими усилиями, что... Это, знаешь, это называется... Кто сильнее зарочит? Ну, почему... Вот, кстати, сейчас была, в принципе, неплохая попытка от бодигварда, но... Но его тиммейты решили то, что потусить на базе самое норм. В свою очередь, кстати, вот, помощники не могут отбить свою базу. Вот только сейчас у них это получается, а Сорти отыгрывает на ДАшке, Мисс Свит Фэнтези рядом на подхватике, но игроки весьма-весьма неплохо задавливали вражескую базу, но в итоге Кувоза это привезло лишь до кемперки, а дальше увести они не сумели. 8 на 8 так непривычно, на самом деле, для моих глаз. Большое количество игроков, которым, несмотря на размер кунгура, некуда деться. Да, то есть игроки не могут найти себя как минимум, а как максимум просто не получается у них собраться. Не видим мы никаких сообщений в чате, что давайте соберемся справа, жду что-то где-то как-то, какой-то дроп, чтобы контролили. Все делается весьма-весьма рандомно. И посмотри, eSports фактически заходит на пустую базу, где его встречает GTA, должен его убивать, и все в порядке, и eSports не успел скушать эту аптечку. Ну, в принципе, вот сейчас White Bodyguard, в принципе, для рандома, кой он и организован за красную сторону, в принципе, написал правильную вещь, то, что есть коробка на тебе, иди в атаку. Ну, правда, сразу же после этого он уходит в минус на кемперке, и... Ну, вот тебе и дроп-атака. Видимо, очень сложно думать о том, что делать всем восьмерым, и при этом умудряться при этом, стоять на гусенице. Самому скилловать, да. Полностью с тобой согласен, хотя на самом деле они полностью пренебрегают... Кстати, вот и начинается у вас, если сейчас будет... Ассорти все равно сбили, еще не попадает кола 273, и игроки уже заходят... Кола 273 зашел. А, почему? Кто-то вылетел из помощников. Это Destiny, наш модератор. Правильно, гоните ее в чат Твича, пусть модерирует. Но тем временем, eSports пытается увозить. Есть Miss Sweet Fantasy на подхвате. Возврат в исполнении. Ой, я потерялся. Ласкоса в исполнении как-то очень сложно. Это ни туда, ни сюда, ничего не понятно. Ласкас, вы мне подсказали, и eSports, посмотри, уже увозит второй флаг. Есть на разломе игрок, но тот быстро бы сейчас закончился. Wild Bodyguard пытается выдать прострел. Есть тут дальше Данил RGTG65N2, но он вряд ли что-то сделает. Ну вот, одна рельса и все. 2-0 за 5 минут до конца. Помощники выходят вперед, вернее, даже удерживают свои преимущества, а игроки все дальше и дальше видят свои 5000 кристаллов за победу. Кстати говоря, нет, не я бы сыграл, мне даже было бы интересно. Тут на самом деле нужно желательно иметь хотя бы себя и друга на связи, чтобы вдвоем полностью координировать свои действия, чтобы мутить что-то невероятное. Второй голд у нас уже падает на мосту, весьма-весьма здорово. А Misfit Fantasy доставляет уже третий флаг, правда промахи от нее летят, но флаг все равно ставится. Ну да, хорошо, хоть Misfit Fantasy поиграет на сафари-битвах, а то клан-то, к сожалению, из турнира выбыл. Очень-очень жаль. Потеряли мы, кстати, одного из фаворитов в виде тиммейтов Sweet Fantasy. Очень и очень грустно. Кстати говоря, пока падает голдик, ну, мы озвучим, кто его возьмет, да? Кто возьмет чемпион Дмитрий в этом сезоне? Дмитрий в этом сезоне возьмет... не знаю, на самом деле, кто возьмет в этом сезоне чемпион, но шансы ведь есть у всех, поэтому... Ну, ага, как у всех. Отмазываешься, да? Нет у него предположений. Нет. Самый лучший болеет за Армпауэр, я понял. За Армпауэр я вряд ли болею. А вот, кстати, у вас через город хочешь? Хочу, потому что почему бы не оставить сейчас свою базу без всех? Поехав за голдом. 8 на 8 и... у вас через город. Ну да, да, да. А главное, что база пустая, на коне никого. Все хотят ехать в атаку, никто не хочет стоять на базе. eSports заезжает на пустую базу вместе с Ласкосом. А вот, кстати, возврат подвезли, все-таки через город возить это слишком.
Данил, попадает по eSports. eSports на мост увозит, ни одной рельсы по нему не пролетает, супербой, интересно, не хочет поворачивать туда аптеку. Рельсу. Нет, аптеку ему не дали. 52-78-17 по нему отстрелялся точно. Слушай, по-моему, они хотят поменяться командами. Ты думаешь? Ну, просто я имею в виду странами, потому что то, что сейчас происходит, это какая-то жуть. Кстати, просили ветерана выйти, он не вышел, играет, он тут... Странно для меня, что его не кикают, но... Да, кстати, когда были серьезные битвы с комментаторами, всегда могли кикнуть, а тут почему-то нет, странно. Смотри, Дед Мороз отыгрывает в тылах, eSports это замечает, и будет возврат, в свою очередь. Будет ли довоз? Видимо, нет, потому что Ласкос заезжает во вражеский город, остается на одну, супербой, попадает, первый на рельсе. Алинка Кнопка тоже будет умирать, и остается Шейд на своей дашке, будучи на одну рельсу, должен сейчас он что-либо сотворять, ну... Лишь погиб. Есть звенозавр сверху. Зверозавр, да, прошу прощения, сверху. И охватывает он уже одну рельсу, остается также на одну. The best skill. Убивает ветерана. Шейд всю эту движуху замечает. И вчетвером они успешно задефали флаг и уже встают к себе в тылы. Модераторы полностью не контролят фабрику, то есть не контролят они ни дроп на фабрике, ни тылы, ни вот этот тут лес. Полностью вообще они его не контролируют, поэтому как-то странно с их стороны, я имею в виду со стороны игроков, что они почти не заходят там. При этом они полностью контролируют Красный город, разлом, какие-то подъезды, какую-то сотню, то есть все вот это вот. Ой-ой-ой, Данил ГТГ... Как-то странно, он выезжал в подъем, я честно думал, что он перевернется, а почему-то он это не сделал, странно. 4-0 за минуту 0-9 до конца, ну, на самом деле видно, где рандом, а где нет. Давай, наверное, в следующем раунде зайдем мы к модераторам в конфу, услышим мы, что, как они говорят. Я думаю, что там далеко не все идеально с инфой, но все равно хоть какая-то должна быть. Ну, это все-таки не киберспортсмены, да? Ну да, именно поэтому там и не должно быть все идеально, но все равно послушаем, ведь я думаю, всем будет интересно услышать, что, как, где и почему. Тридцать пять секунд до конца, ну и 4-0, я думаю, что здесь уже все весьма и весьма ясно. Ну, как-то несерьезно. Давай, наверное, напомним нашим зрителям, которые смотрят сейчас и, скажем так, завидуют или хотят просто попасть на этот бой сафари, что если вы тоже хотите выиграть 5000 кристаллов, ну, во всяком случае, игроки в этом раунде уже полностью не сумеют выиграть. Ну, правда, вот пишет наблюдатель, что победа присуждается по сумме флагов, они уже проигрывают. Осталось-то всего лишь выиграть 5-0. Ну да. Так вот, для того, чтобы выиграть 5000 кристаллов, а будет целых 5 победителей, пишем в чат восклицательный знак «Раффл», подписываемся на наш Twitch-канал, это внизу сердечко «Подписаться». И сразу же после второго раунда мы узнаем этих 5 счастливчиков, которые выиграют 5000 кристалликов. Ну а после, уже после, у нас будет конкурс на инвайт на закрытый бета-тест танков X, он уже будет после «Спаси голда», ну а тем временем будем мы сейчас наблюдать за еще одним раундом. Итак, сразу же он начинается, без каких-либо ожиданий, очень умно сделано, что раунд в 10 минут, сразу, чтобы не ждать, как, что, и за респи вы так и играйте. Ну что ж. Страна, конечно, Кунгуре приятней, но, боюсь, здесь решает далеко нет. Дед Мороз показал то, что не нужно ему быть киберспортсменом для того, чтобы сажать прострелы на Кунгуре. Слушай, а может быть мы зайдем все же сейчас в конфу к помощникам? Думаешь, ну давай тогда сейчас быстренько их предупрежу и сходим к ним. Давай. Ну, пока Дим предупреждает, ждем, и я думаю, что пора уже туда перемещаться, они готовы. Один столов. Включаем. Меня смешали первый раз. Еще рельсу. Четыре, пять корпусов в город. Город двое. Корпусов за помощь на флаге. Город. С
Слева на заход ходит. Слева. Флаг берет васп на одну. Васп на одну. Васп пошел. Посреди подвал дали. Там по бровке один заходит. Здесь он. Я на балкон ухожу, встретить. Куда он сейчас едет? По мосту еще? По мосту дал лицо. На балконе флаг. У нас в тылах Дед Мороз на одну. На мост нужен фокус. Эх, не успел. Мост один корпус. Едьте на фокус. В городе у нас двое. Или одного. Осторожно, вас нету дропа. Центр. Они уже едут ставить. Одну флаг. Заезжай срочно. Фабрики у них. Ура! Еще рельсу, еще успеть. А ну беда. Третья. Через город Васпик заходит. Дашка в городе падает. Город встреча. На узком флаг. Там не трай, если что есть на помощь. Он на заход слева один корпус. Я в городе встречу. Возите. Он ДДшник. На Дашке. ДДшник в мосту на одну. Окей, флаг куда ушел? Аптека под мостом. Аптека у нас. На полную. Блин. Бери. Нам флагу замену нужна. Кто-нибудь там средства замените флаг, конечно. Кто там держит? И давайте на возврат. Капец, еще ДДшник. Иду на замену. Вернем. Я вывозите, еду, на метре бегу. По бровке там зашел один. Один корпус битый. По мосту два корпуса, по мосту. А сопровождение перепад. Кто ехал? Я далеко, Лер, прости. Говори танк, когда едет. Чтобы... Включаю. Мост один корпус. Один минус, и у них Дед Мороз. Давайте зайдем, у нас есть проб. Мост на один. Одну. На одну. Флаг берет на одну, вас на одну. В тылах еще два. Нормально, держите флаг. Они налево же ушли. Ходи, не выезжай. Я аптеку возьму. Или нет. Там двое. Фабрика. Встреча нужна, помощь в городе срочно. Они вернут флаг. Я возьму. Подожди, я в городе встречу. Дала флагу, флаг битый. У нас еще корпус в городе. Здесь. На одну здесь. Разобрала. Только не в яму. Застряла. А не успел, ё-моё. Где держит флаг? Давай, выезжай нормально. Дашку забирай. Влад. Не той стороне. А, итак, ребята, из конфы мы ушли, ну, в общем-то, вы все слышали. Ну, малоактивно участие принимают не все, все-таки не их конек. Совсем не их конек, очень... Поэтому мы о чем вам говорим, то есть шансы-то у вас есть, да? Я ожидал то, что конфа подразумевает под собой что-то действительно жесткое. На самом деле, ребят, все шансы на то, чтобы прийти и выиграть у помощников, честно. Нет, да, то есть... какого-то разбора жесткого. То есть конфа-то не идеальная, это главное, инфы там крайне и крайне мало, а это означает лишь одно, что выиграть у помощников действительно весьма просто. Я не думаю, то, что кто-то из игроков по игре может сильно уступать, вот другое дело то, что вот они без связи, они не видят, что происходит, они не знают то, что у них в тылах игрок. Ну и просто вот так вот заезжает Белека или Белика и... возвращает свой флаг. Ну что ж, очень обидно то, что ты не можешь сообщить игрокам. Ну, если честно, там вот, допустим, Вэлл Болдигбард, он всегда пишет, да, в основном. Он что-то пишет в чат, и смайлики отправляет. В общем, вот сейчас он не стал писать то, что флаг лежит там, да, напомню. Да, не всегда видно то, что... Или флагоносца. Порой увлекаешься чем-то и не обращаешь на это внимания.
Ну, да, полностью с тобой согласен, однако был один флаг увезен с их стороны, я думаю, это уже достойно хоть какого-то доуважения, потому что даже один флаг увезти в рандоме бывает не всегда просто, особенно играя 8 на 8. Итак, размен. 1-1 уже есть, и проблемы большие у игроков. Да вот я спортс хотел бы, я сказать, заканчивается, но не попадает в упор этот бригадир, вот только сейчас реабилитируется, и уже уперевшись своим корпусом в него, полностью его нейтрализовывает. Что у нас с тобой на карте? Размен продолжается, но только не длительное время, да? Вот сейчас The Best of Skill показывает The Worst of Skill. Абсолютно не видит, что происходит сбоку от него, даже не за спиной, а просто сбоку. И вот этот вот The Worst of Skill вот сейчас уезжает к Дашке, вместо того, чтобы опомниться о том, что его флаг сейчас вернут, и придется его увозить снова. Уроки английского от Антона 41-го. Ага, Дима, значит, пытается загуглить, что такое верст? Да нет, на самом деле, я же окончил английскую гимназию. Я 11 классов изучал английский, и в институте да, у меня английский. Да, и теперь мне все понятно, что происходит в Доте, да? Ай, да все-то ты знаешь. Так вот, ассорти на одну. На своей базе отдает флаг eSports, который на Дашке на две. Но, правда, Дашка должна уже скоро у него спадать. Заезжает в аутбодигуард и промахивается. Флаг зверозавра возвращает, подъезжает тут бригадирчик, пытается что-либо натворить, но он всего лишь на две рельсы, раз-два, он заканчивается. Данил пытался что-то делать, и 3-1. Игроки здесь проигрывают, 5000 кристаллов не получают, и как это все? Ну и как-то, если честно, расстраиваюсь за игроков. Как так? Да, я, если честно, рассчитывал на нечто большее, скажем так, что-то нереально флагоносное, где они прям будут разносить, творить чудеса, а в итоге ничего у них не получается. Ну, очень жаль, на самом деле, могли бы и ограбить всего-то на 40 тысяч наш проект. Я бы не расстроился. А то бы я расстроился. Ну, в итоге, 37 секунд до конца, Шейд везет четвертый, возможно, финальный флаг для этой игры, но Дед Мороз говорит, что... То 4-1 это не увезете? Не хочу я 4-1, фигушки вам. Сейчас уеду, и все, не догоните, не достанете, ну, и будет 3-1. Да, однозначно счет вряд ли изменится. Ну, а сорти, конечно, не 3, но слишком далековато. Да, ну а мы с вами сейчас будем переходить к розыгрышу на 5000 кристаллов среди 5 участников, поэтому прямо сейчас пишите в чат восклицательный знак Рафа. Кстати, 4-1 свершилось. Большую ошибку там допустил бригадир. Так вот, прямо сейчас пишите в чат восклицательный знак Рафа. Подписывайтесь на наш Twitch-канал, это под плеером, внизу сердечко «Подписаться». Нажимаем туда и ждем буквально минутку и начинаем розыгрыш, повторяю. 5 человек сейчас получат по 5000 кристаллов на свой аккаунт в Танках Онлайн. Ну, вы, в общем-то, все услышали. Ребята, фортуна, надеюсь, на вашей стороне, так что вам повезет обязательно. Подписаться на канал, Рафл, Дима вам, в общем-то, все объяснил. Все достаточно просто. Дальше просто ждите и увидите, ведь повезет ли вам сегодня или нет. Так, кстати, Дима, у тебя открыт чат Твича? Да, полностью открыт. Ждем мы сейчас, когда наш оператор Дмитрий 55 будет готов подвести итоги. Ну и тогда уже, в свою очередь, узнаем мы, кто эти 5 счастливчиков, которые сегодня пополнят свой баланс в игре на целых 5000 кристаллов. Всем привет, дорогие друзья. Сегодня я расскажу вам, как, ну, в общем-то, вы все услышали. Розыгрыш на Твиче.
Итак, я думаю, что готов наш оператор сейчас уже подводить итоги. Ждем мы подходящей картиночки и будем начинать. Итак, есть у нас первый победитель, Дурунка. Дурунка, если ты здесь, то ты получишь свои 5000 кристаллов, всего лишь сказав свой ник в игре. Поэтому отпишись, пожалуйста, в ближайшие минутку-две, чтобы мы тебя не перевыбирали. И тогда ты... А, да, ты здесь, отлично. Дурунка сейчас с тобой свяжется. Даже с тобой никто не свяжется. Дурунка, пиши свой ник в чат прямо сейчас. Пиши свой ник, прям ник, прям в игре, чтобы тебе скинули. Отлично, вот твой ник. Сейчас мы его скопируем и сохраним. Ну и будем выбирать дальше. Так, давайте тогда идем дальше. Сейчас будет у нас второй победитель. Чё мы скопировали? Оператор, хватит возмущаться. Мы глазастые с Антоном, мы видим все. Мы видим каждый ник, мы успеваем копировать. Друзья, которые сейчас продолжают писать рафл. А если сейчас продолжится следующая ситуация? В том, что после каждого рафл не будет высвечиваться сообщение от бота, то, что вы первый раз пишете, вас вносят, то я начну выдавать перманентные баны налево и направо. У меня отлично получается. Серьезно вам говорю. Давайте мы перейдем ко второму победителю. Ник первого мы знаем, и сейчас узнаем второго победителя. Итак, Арман 45, второй победитель, Арман 45. Если ты здесь, то ответь прямо сейчас. Желательно не отвечать ура-ура, я здесь и так далее. Просто напиши свой ник в игре, и мы перейдем дальше. Арман 45, отлично, ты здесь. Все, сейчас я беру уже твой ник, и мы переходим дальше. Итак, сейчас мы узнаем третьего победителя. Итак. Наш третий победитель — это мистер Максими. Мистер Максими, если ты здесь, то напиши свой ник в чат и получишь свои 5 кристалликов. Прошу прощения, 5 кристалликов, 5000 кристалликов в ближайшее время. Мистер Максими, ты нам нужен. Ну, пожалуйста. Отлично, он здесь. Все, ник мы его знаем. Выбираем четвертого победителя. Вот выбрали мы четвертого победителя, а этот победитель не подписан на наш Twitch-канал, поэтому, увы... Мы будем перевыбирать, потому что, я повторяю, обязательным условием является подписка на наш канал. Поэтому, Кикушка, увы, не сегодня. Итак. Я вынужден еще раз напомнить, что, ребят, одного раза достаточно написать рафл. Тем временем, у нас есть четвертый победитель, Галактика 76. Если ты здесь, пиши свой ник в чат. Ну, а дальше просто... Мы его скопируем и начислим тебе буквально в ближайшее время 5000 кристалликов. Галактика 76. Ну, если твой ник H76, то окей. Все, идем дальше тогда. Знаем мы уже 4 победителей. И остается нам 5-й. Сейчас будем мы узнавать 5-го победителя. Последний, 5-й победитель у нас Новосибирск 22,8. Новосибирск, если ты здесь, если Новосибирск с нами, то обязательно прямо сейчас пиши свой ник в чат и получишь свои 5000 кристалликов.
Ага, отлично, ты здесь, мульт Вовчик. Ну а мы уходим на небольшую паузу, позже мы вернемся к вам уже со Спаси Голдом, где узнаем... Девять вечера, мы к вам вернемся. Подсказали нам то, что были некие технические неполадки. Так вот, ребятки, сегодня Спаси Голд. Да, напоминаем вам, что в 9 часов будет у нас Спаси Голд, поэтому далеко не расходитесь, возвращайтесь к Спаси Голду. У вас есть полчасика передохнуть, перекусить... погулять, потусить. Вот так вот. Зарифмовал. Да, и поэтому, если вы также хотите выиграть инвайт на закрытый бета-тест танков X, то также смотрите Спаси Голд сразу же после него. У нас будет...